Итак, это опять страница статистики по странам, по аудитории моего блога «Любовь и разум» на blogger.com. Статистика за неделю. Уже давно не удивляюсь таким цифрам просмотров. Хотя это самое, удивил Вьетнам. Никогда такого не было. Итак, смотрим за день. За день страницы моего блога из США просмотрели 1207 страниц моего блога. Вьетнам 121. Кстати, сейчас какая ситуация, посмотрим. Сейчас. Уже схлынули посетители. Возвращаемся за день. Меня американцы не удивили. Вообще, я на статистику давно плюю. Что с того, что просмотрели 12 сотен раз страницы блога, из США простофили. Давно убедился, что любовь в общем дар прекрасное увидеть. Понять не способны люди в мире ни в одном краю. Так что вся эта статистика – ерунда.